Вы смотрите Информбюро. В сети обсуждают видео, где боксер Сауль Альварес за день до боя с Геннадием Головкиным принял что-то очень похожее на таблетку. После финального взвешивания тренер мексиканца положил ему в рот что-то странное. Сразу после этого Канело хотел присесть на стул, но промахнулся и чуть не упал на пол. Члены команды помогли боксеру подняться. И хотя точно неизвестно, что это было, возможно, капа или спортсмен пополнял солевой баланс, но инцидент привлек внимание многих, и бойцу припомнили скандал с допингом. В феврале, за несколько месяцев до второго поединка с Головкиным, у Альвареса обнаружили запрещенное вещество – кленбутирол. Команда мексиканца заявила, что оно могло попасть в организм атлета через зараженное мясо. В итоге он был отстранен на 6 месяцев.